Итак, снова здравствуйте. На канале King Customs. И в этом видео я объясню вам, почему нельзя убирать масляный радиатор со 140-й башки. Либо почему нельзя ставить, ну, вернее, бессмысленно ставить масляный радиатор на 125-ку. Ну, как бессмысленно, если у вас не такая плита. Вот, смотрите. У нас здесь блок 139, поршневая 125, башка 140-ка. Я хочу не ставить масляный радиатор, так как он себя чувствует хреново, и он там вообще нафиг не нужен. Производительность насоса масляного не будет, в принципе, с ним справляться. Итак, как все-таки правильно заглушить систему масляного радиатора, как его убрать? Люди просто вот сюда вкручивают болты, это уже я подобрал болтики, вот с резьбой, и завинчивают их. В этом как бы вся ошибка, потому что в плите вот этой масляной, которая стоит на башке у нас вот здесь, на 110-ках, 125-ках идет масляный канал, трубка с одного оси коромыса на второе. Здесь же его не было. Вот это вот приходится вам выпилить. Ну, придется выпилить, видите? Если вы здесь не выпилите канал к центру, то масло будет просто подниматься, смазывать. Оно ни хрена не будет смазывать, просто будет одно коромысло смазывать, и все. Потому что у нас масляная система идет так, как сосос идет под масло, подается в башку. С башки, с вот этого отверстия идет на масляный радиатор. С масляного радиатора оно заходит уже в это отверстие, во второе. Со второго отверстия идет на распредвал, на второе коромысло. Первое смазывается всегда, ну, выхлопное горячим маслом. Почему так сделано, хрен его знает. Могли сделать наоборот, в принципе. И вот, еще один нюанс. Когда вы вкручиваете вот эти болты, они должны быть внутри провалены. Видите, чтобы масляный канал не перекрывался. Вот, железный болт вкручен. Если вы сделаете их длинными, они как бы у вас, скорее всего, могут же и проканает. Туда войдут в башку, так как там есть место, вот оно. Но это проработает недолго. Просто умрет в считанные секунды. Подбираем болтики по резьбе. Тут вроде шаг 1,25 или 1 даже. Фиг его знает. В общем, такая вот резьба мелкая. Ну, я думаю, вы все найдете. Родные болты использовать тоже, в принципе, можно, если их спилить, ну, укоротить и вкрутить. Ну, как бы они, может быть, еще пригодятся, и так как они еще здесь хреновые вообще без резьбы. Вот. Обязательно пропиливаем канал. И все. На герметик, на фиксатор резьбы, все. И, в принципе, будет работать и все смазываться без масляного радиатора. А если вы наоборот хотите поставить масляный радиатор на 110-ку, то вам придется либо плиту искать от 140-ки, либо в своей глушить наоборот вот этот канал, так как масло не будет идти на радиатор, будет просто здесь в башке циркулировать. Вот, в общем, вот так. Учтите этот нюанс. Ну все, всем пока, подпишитесь, ставьте лайки, мотор скоро поедет.